конец какой. Этого на острове в Индийском океане. Место специалисты выдвинули три версии происхождения фрагмента. Одно из них кто-то вылетел на встречу. Украинская разведка подтвердила гибель. Да, похоже по машинам, да. Вообще, это Итан со ссылкой на Белый дом. При этом заявление администрации США говорится, что обстоятельства гибели Омара остаются неопределенными. Также в Белом доме подчеркнули, что смерть предводителя Талибана представляет собой возможность достижения значительного прогресса на пути к стабильности и безопасности в Афганистане. Это догнал кто-то, типа кого-то догнал. То есть вон тот, допустим, догнал, какой силы удар был. Переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Не, ну я допускаю, что кто-то третьим рядом пытался повернуть направо, как у нас тут бывает обычно. И вот так он резанул его. Сзади. В столице осадков не ожидается и будет дождь до 22. Куда место уже вроде мы куда летят, но поворот, тут никого не было, я думаю. Вот это вот когда они сверху. Я думал, градусов, что ночью было. Норме 146 миллиметров. Да. Что касается.